Здравствуйте, с вами Кайл Зен, и мы сегодня поговорим на следующие 4 темы. Обязательно нужно ходить на выборы и не продавать свои голоса. До выборов осталось меньше 2 недель, а народ все продолжает продавать свои голоса за мизерную сумму тем или иным партиям, при этом не думая о будущих своих же детей. Как вы думаете, партии, которые изначально покупают голоса своих же граждан, будут ли работать достойно и честно в парламенте, так как с самого начала они запускают коррупционную схему? С позитивным настроем партия Бирбол снимает агитационные видеоролики челленджами из TikTok. Юзеры в социальных сетях насмехнулись и задали вопрос, когда они придут в парламент, также будут снимать челленджи из TikTok. Известный российский блогер Динат Гумеров, он же друг Гусейна Гасанова, призвал кыргызских подписчиков поддержать одну из кыргызстанских партий в предстоящей гонке 4 октября 2020 года. Друзья, всем привет! Хотелось бы обратиться ко всем жителям Кыргызстана и в особенности ко всем своим подписчикам, которые сейчас смотрят это видео, с небольшой просьбой. Совсем скоро, 4 октября 2020 года, в вашей стране пройдут выборы. Напомню, что данный блогер занимается букмекерской деятельностью и в конце 2019 года вместе со своим другом Гусейном Гасановым прилетели в Кыргызстан и устроили одну из самых больших сходок в Бишкеке. Многие устоявшиеся партии в этом году привлекли в свои ряды журналистов, актеров, певцов, которые до этого прыгали на сцене, а теперь из-за большого количества подписчиков намерены баллотироваться в парламент. Считаете ли вы правильным вступление данных людей в партии, так как у них нет опыта в юриспруденции, а также госустройстве? Как по мне, эти люди не смогут отработать эффективно свой срок и написать достойные законопроекты. С вами был Кайл Зен. Оставляйте свое мнение, отправляйте друзьям. Всем пока!